Силу эволюции не остановить. Так. Собираем кристаллик. Раз. Элитный. Туда. Элитный? Элитный механик. Дронов призывал. Что? Так, еще кристалл. Блин. И сундук. Нас... О, тут геркрейт. Вепен. Вепен, точнее, вот тут. И вепен, и гиры хорошая вещь. Правда, мне больше импонирует гиркрейт. Запискали же падают. Тоже рядышком. Да, кушать. Рецепт. Рецепт валяется. Так, надо чуть покушать. Рецепт надо не забыть использовать. Ага. Формула получена. Все, покушать? Можно, да. Приятного аппетита, кто кушает хомяч, лопает, трапезничает. Ну что, заходим. Rift Beacon. 60 уровень. Рекомендуется 4 игрока. Ключевая движущая сила эволюционной химии Розетты. Исследовательская лаборатория была передана под контроль. И там засекречено, засекречено. Еженедельные награды какие-то есть. Кортекс 3 уровень. Возможно, броня мод и вепон мод. Ну, посмотрим. Ну, Оля, запускай. Запускай. Работаем. Серьезно? Ну, это, если честно, обидно. То, что на этом этапе недоступно. На этом этапе имеется в виду, откроется через несколько недель. Ну да. Обидно. Как он называется? Какой? Что? Четвертый этап? Нет, как квест называется? Evolution. Сам квест Evolution называется. А эта штука как называется? А что-то там 73. Ну, если честно, я не вижу этого нигде. И как оно тут называется? Внутри. Внутри Lea Research Lab. Ты умудрился не сбить камень. А как мне это удалось? Во-первых, я его не сбил. Во-вторых, ты посмотри, идеальный баланс, понимаешь? Там... Это прекрасно. Хотя ты вроде достаешь, но не достаешь. Да. Ногой нужно. О, господи. Это вот эти вот городские приехали в нашу деревню на своих заниженных. Да-да-да-да-да. Ух. Вот в этом плане, конечно, мотоцикл лучше. Но с другой стороны, мотоцикл бы разбился здесь к чертям. Ну да. Об заборчик. Тот самый, деревянный. И что тут на кладбище было? Тут где-то записка лежит. Вот она тут. Записка. Действительно. Так. И сразу кубик собранный. Здесь лежит... Что-то сложное. Вечно опаздывающий, который опаздывал везде, кроме своей смерти. Точно. Да-да-да-да-да. Это все? И это все? Ну, вы собрали, тут появился куб. Где? Что появилось-то? Вот тут должен появиться куб. Я не знаю как, потому что я прочитала записку, и оно появилось. А кого короче найти? Вот сюда надо. Просто встать вместо статуи. Четвертый недостающий. А, точно, точно, точно. Опа. Да, и появляется куб. Ну, прикольно, прикольно. О, прицел. Ага. Правда, опять легендарный. Говно.
Сразу на красивое? На что красивое? Ну, зону красивую. Отель какой-то. Ну, что-то вроде. Мужики на крыше стоят. Под крышей. Ну, сразу забираем тогда якорь. На крыше. На под. Они стоят на крыше под крышей. Нет, тут стоял без крыши. Элитник. Убиваю элитника. Или он меня пропадет. Угу. Кто-то забрался? Где ты его нашел, товарищ? Вы еще не в городе разве? А, вот вы. А что тогда говорите? Да мы не дошли еще до этого момента. Мы только якорь взяли? Да. Это Геркрейт. Ты спидранишь, что ли? Че, нигде нету больше спуска. Больше вообще тут ничего нету. Тут должен быть еще лифт. Есть спуск. Мужики внизу стоят. Интересные. Тут спуск. Такой себе спуск. А, привет. Вообще там лестница за ними есть. Вот-вот. Может, можно обойти? Ух ты ж. Тут пулемет. И он смотрит на меня. Он стреляет по мне. Варвары напали на турель пулеметную с ножами. Вообще, вон рифт видно. Мистикала не вижу. Мистикал в соседнем здании. Вот в том большом, где рифт стоит. Да. Логично. Какие красивые тут деревья. Нет, походу. Или есть. Это, по-моему, самая красивая локация, что увидели. Вот тут лестница. Я нашел лестницу. Да. Отлично. Она, да? Даже дверь есть. Теперь везде кактусы суют. Угу. Так, все собираем, что только можем. В плане везде кактусы суют. Во всех ящиках кактусы. Неожиданно. Как еда. Там какой-то взрыв произошел у Вовли. Это медуза. Ой, ты опробовал медузу, и как тебе? Ну, что-то не очень. Она стоит на месте, время от времени по области льдом бьет. Может, на этом, на кентаврах? Может быть, да, может быть. Надо будет затестить, причем надо затестить, выпуская медузу тогда по очереди. Получить условно бесконечную медузу. Желательно только вчетвером идти, потому что втроем нам на второго, именно на второго почему-то кентавра постоянно не хватает. Как-то он вне позиции оказывается. Мне кажется, это просто наспавниваются мобчики, которые просто нас тиранят. Но с первым-то таких проблем нет, с третьим таких проблем тоже нет, именно со вторым. С третьим мы дольше захватываем точку, чем со вторым.
Жаль, что нельзя миниган после него подобрать. Угу. Нам еще мистикал где-то надо искать. Я уже говорил, где он. В этом здании как раз таки красивом. Но нам же его еще отыскать надо. Здание отыскать? Так вот оно. Где нет, именно мистикал? Сам ящик. До него же дойти надо. Набор для макияжа нашел. Угу. Правильно, любому спецагенту в шлеме нужно быть красивым. Вот тут, если повыше подняться, там будет красный ящик, который был называется Mystical. Mystical, да. Ну, в центре этой штуки, только выше. Куча телевизоров. Кино показываю. А это ведь, по сути, еще и некая смесь со вселенной SCP, учитывая, что есть разные девианты. Да. Ну, то есть, в принципе, разработчики ничего такого кардинально нового не изобрели, но сделали все достаточно симпатично. Угу. Не нашел еще мистикл? Нет. Да вот он, вот он. Слишком высоко. Вот сейчас. Вот он. А еще, наверное, выше надо. А, нет. Наоборот. Метка поставлена. Кому ты лечишь уже? В смысле? Ты. Кто кого лечит? Дрон лечил уже труп. Ну, может, воскрешал. Может быть. Он же не некромант. Думаешь? Так, а рифт где? Выше. Да, выше. Здесь же, но на другом этаже. Еще один мини-босс и еще один вейпинг крейт. Что за музыка такая страшная? Обычно такое должно быть не мини-босс. Ого. А вот прям смотри, какой жесткий-то, дядька. Нифига себе. На бронированный. Ну что-то вы это. По мне он фигачит. Вот и все. 2000 опыта с него дали. Вот что музыка. Ой, какой экран классный. За него 1000 денег дали даже. Угу. Почему мы не можем себе такой... Кукри? Метательная. Действительно, кукри. Нет, не метательная. Не да. Метательная. Так. А мы сами Розетта сейф, друзья. Ого, где это? А Розетта вот. Сейф, а да. Это task complete. А. Ага. У меня есть. Забавно, кстати, что он так дает.
Я думаю, так надо сначала брать в любом случае. Причем игра может то так, помнишь, у нас сейф этот офицерский не спавнился? Да, 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 да. А потому что, видишь, задание нужно было брать. А как прошу, выше? Прошу, какой этап на сервере? А, вон дальше. А какой этап на сервере сейчас, дружище, у всех же одинаковый, второй, правильно понимаю? Да. F3? Пока второй. Или не F3? Вот здесь? Во, вот здесь, второй. Второй этап. Да ладно, не у всех. Не у всех. Ну, видимо, которые сервера раньше запустились, да, да, у тех пораньше будет. Может, вы на других серверах стартфайт? А, ну, может быть. Но мы не прям с самого начала играем. Ну, год два дня и четвертый. Ну, на самых, наверное, первых серверах. У тебя четвертый. Наверное, да. Там на вертолетной площадке лежит. 50 взяла. Ура! Поздравляю. Здравия. У нас остался только Лива отстающий, да? Да. А ты когда взял 50-й? Я не знаю, не заметил. И где? Где? Еще выше. Выше, да. Еще выше. Ну тут прям щедро. 4 часа мне до конца второго этапа. Да? У меня 4. А потом, у меня 4 часа до конца второго этапа. Хорош. Хорош. И так было понятно, что исправлять. Ну не может просто быть, что кого-то на 2 недели больше. На 2, да. Всего-то на 2 или 3 дня позже начали играть, чем релизнулось. А у нас так же, что... Ну, кстати, мы правда поздно, буквально на пару дней. Чего еще раз? У нас так же через 4 часа? Нет, у нас, по-моему, либо во вторник, либо в среду обновляется. А можно же посмотреть... Или нельзя? А я не могу посмотреть, у меня меню сломалось. 2 дня 4 часа. У нас 2 дня 4 часа. Ну вот как раз те самые 2 дня и получаются. Так, а как по крифту подняться-то? А наверху вот тут. Я уж поднялся. Как ты поднялся? А наверху выше вот по лестнице идешь и все. Куда выше? А где ну, лестница? Там одна. Я вообще не вижу лестницы. Мы вышли, в принципе, на выход. Вы куда там пошли? Вот я на лестнице стою. Точку поставь. Ты вообще вышел наружу и потом ушел. Я не выходил наружу, я внутри. Ты снаружи. Это наружу. Это наружу. Стен нету, значит это наружу. Глубоко, а вдохни, глубоко вдохни. Чуешь? Это забор, воздух свежий. Буду стрелять. Уворачивать. Я не знаю, стеклянные полы, наверное, это страшно. Да. Надо еще бассейн сделать на них. Эти стеклянные полы толщиной там огромный. Стеклопакет сантиметров 15 толщиной. Ну как там бояться-то чего? Так, все, получается, тут. Да, местный закончен. Но вот есть еще у меня лично Алкирк. Угу. Есть такой. У вас так же, да? Мы его пропустили. Да. Ну, я сейчас на базу. Что смотреть на него? Согласен. Погнали наших городских. Куда ехать? А, вот там вот дорога будет. Моральные уроды даже здесь поставили свои метки сраные. Да везде. Прям рядом с твоим мотоциклом? Реально засрали весь просто... Да, весь есть места, прямо, где хорошо ставить. Там, например, для решения загадки какой-то ты ставишь неподалеку от загадки, а не на самом ящике. Или не на самом решало. Ну, это... да. Это жесть. Петер... пыталась триггерить будет. Подходить буду к этому, куда ладонь приложить. Так, а нет рядом меток.
Ой, подожди меня. Да жду, 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 видишь же. Прогреваю пока двигатель. Ну, второй же бух, растение девиант. Вот так стараемся все, что видим, ну, по мере, как было. Да, стараемся. Но по-всякому бывает в этой мире. Так, поскакали в розовый. Туалет. Какой туалет? Нет, еще. Раковина и ванна. А вот, кстати, этот момент интересный, потому что я тоже, когда этот, ну, когда комнату декорировал, думал... Раковина есть. У меня есть раковина. А вот туалета не видел. Раковина у меня вот, именно найдена. То есть я могу... У меня есть осторожно мокрый пол. Осторожно мокрый пол есть. А раковина, подожди, хорошая? Такая. Обычная, обыкновенная, ничего особенного. У меня есть два круглых столика. Скажу тебе честно, у нас просто не хватит сейчас этих... Ну, я понял, комната. Да. Есть раковина. А ванная засранная или нормальная, хорошая? Ее не стыдно поставить дома? Так, поехали. А где Лива вообще? Где Лива? Да вот я тоже думаю, где. Я уже давно сбежал. У него этот город закрыт. У него этот город закрыт, да. Поехали. Ну, ладно. Ясно. Так, пулемет есть? А где ванную нашли, если помните? Что нашли? Да я вот спрашиваю в чате. Быстрее расстрелять бы, чем ждать электричество. Не согласен. Хотя, ты мощный, что ли? Как бы. Ты все, Овли сделал? Да, Овли затащил. Жесть. Наполовину точно. А у меня не открывается. У меня нету. У меня тоже. У меня уже второго нету. Какого NPC? Их много. Какой NPC-то? Это странно, что уже второго сундука. Все, лимит дневной. Вот, вообще может быть, к сожалению. Город. NPC в городе есть ван. В каком городе? Ну, надо будет посмотреть. Ну, я так понимаю, NPC одинаковые везде? Вроде как, минус, да? Так, это уже городская часть. Можно лутать, Аркирк. Все, теперь можно. Низкоуровневая локация. Ладно, посмотрим, спасибо. Правда, у нас пикни некуда воткнуть эту ванну. Ну, хочет. В котором лимиты ЕЛ продаешь. Есть декорка на продажу. Что за лимиты ЕЛ? Energy Link. ЕЛ. А лимит ЕЛ. Не знаю, посмотрим. Посмотрим, да. Да, кто в меня все время? А, мух. Так, легендарный мусор есть. Если кому надо. Так. Звуки страшные происходят. А, господи, тут этот зонтик. Ты далековато от нас. Да. Я его облачку даже не вижу. Я тоже тебя не вижу. Иду к вам. Прям очень далеко. Здесь наверху, мне кажется, будет то, что нам нужно. Либо здесь будет подвал. Было. Так, надо будет посмотреть, что за декорка на продажу, конечно. Вижу, вижу, вижу. Вот там. Метка.
Так, метку увидел. Что там? Геркрейт, по-моему. Здесь на крыше тоже что-то есть. Труп. Наверху, да? Да, прямо на самой крыше. Соседнего этого... ландшафтного уступа надо запрыгивать. Там он можно с машиной запрыгнуть. Не знаю, насколько хорошо. Машину можно сюда запрыгнуть. Дальше. Соседнего ландшафтного уступа. Вот оттуда. Я запрыгнул оттуда. Тебе же прыжочек побольше, нет? Так, я нормально запрыгнул, можно тут на эту, на трубу на самом деле запрыгнуть. Прям вот сюда, где я, прыгаешь с балкончика. С нижней части балкончика или... Можно на перила, но я не с перил прыгал, с перил надежней. И докуда? Вот прям на трубу запрыгиваешь. Я с разбега это делал. Лучше запрыгнуть, конечно, на перила и вдоль перил. Не, у меня не получается. Я же говорю, лучше тогда на перила вдоль перил. Либо действительно со скалы. Там вон то ли красное, то ли опасное, то ли не знаю, какое еще есть. Это не... Да, я нашел. Вон там метка поставил. Это мистикл. Во всяком случае, красным горит. Сам ящик пока не увидел, но горит красным. И Овли здесь уже был. Нет. А почему внизу здесь был. Убитая элитка? Ну, внизу я убивала. Ладно. Внизу. Ладно. Ну, вот он, мистикл. Запрыгнула там? Нет. Так. Побежала на уступ, правильно. Потом обратно с крыши можно на уступ взять. О, смотрите, где я. Где ты? Я был на проводах. Я по проводам бежал. Я говорила. Я вчера, по-моему, или позавчера залазила. Ладно. Можно ли до этого долезть? Ну, я свалился. И как? Тоже по уступчику нужно, да? Да, тоже на уступчик, и потом с него на крышу. Там просто получается на крышу. У меня почему-то какой-то 99-й игрок виднеется на горизонте. Да, это нормально. Короче, где-то здесь легендарный мусор. Легендарный мусор, как это звучит? А, и знаешь чего? И на столе какой-то рецепт. О, а вот это важней. Еды какой-то. Не то, что важно. Все равно. Это рецепт. Рецепт останется с нами навсегда. Мерзости. Рецепт мерзости. Лучше не берите. Реально. Настолько? Да. Голубцов? Голубцы вкусные. Ну не настолько. В смысле? Вы чего? Чё на голубцы-то наехали? Да фу. В смысле фу? Да в прямом. Фу. Там ты фу.
это мясо. Капуста. Ну ты дело, в говне. В каком говне? В тушеной капусте. Взял рецепт мерзости? Да, а что это за мерзость? Не знаю, ты видишь, как она выглядит? В банке. А ты нажми на рецепт, ну, изучи его. Изучил. Смотри, смотри центр экрана. А вот что-то как-то я не успел разглядеть его. Просто баночка с мочой. А что должен был увидеть? Голубцы? Там банка, и из них какие-то то ли червяки, то ли тентакли торчат, непонятно. Не обратил внимания. Это осьминоги. Это, видимо, морепродукты. Что-то давно за пиццу к ней видела. О! Я убил зонтика, и мне ее дали какого-то Рейнмена, территории этот Deviation. Работает на территории, может вызывать ливень вокруг, чтобы помогать растениям. Ну, у нас как бы... Так, а где сундуки и где рецепты? А, нет. А что-то нет. Но в целом звучит, конечно, неплохо, но есть автополив, это правда. Уже да. Может быть, на начало игры его. По-хорошему, разрабам правильно бы сделать баланс определенных предметов и как раз мопчиков, которые должны появляться вот на более ранней стадии игры. А то они появляются, когда это уже не нужно. Вот тот же холодильник, к примеру, переносной, он обязан получаться до обычного стационарного холодильника. Ну вот как ни крути. У вас уже все сундуки? Нет. Один из двух. Хотя эту локацию мы сами пропустим. В целом, да. Большой уровень. Но к ней квест не шел. Слушай, а правда, а где еще? Сторож крейты есть, а вот гир или вепонов нету. Где же мы не были? Это storage crate. Розовый вижу. Розовые, кстати, надо сходить, посмотреть, есть ли дневной лимит на них. А откуда как ты знаешь? Информация. А? Откуда информация стала про дневной лимит? У Оли уже дважды не было сундука, у меня в прошлый раз тоже не было сундука. Сгоняем на розовый? Эх, ну да.
Так, ну вроде все идете, да, потихонечку? Погнали. Дракон на крыше. Прям у кого-то в доме, смотрите. Я в такой заходила. А дом пропадает на момент. Почти все вот пропадает. Черт. Слушай, Овля прям миллиард урона наносит. У меня нету. У меня тоже нету. Лутаю. Значит, лимит. Значит, лимит. Все, она пропала. Забавно. Да, неожиданно. Так, ну поехали. Все-таки нужно добить этот город. Где же сундук? Вижу, по ходу дела. Вон он. Да. Эх, где он? На крыше? Да. На крыше, на крыше. Да что ж я теперь залезть туда не могу. Я, короче, уже пойду. Давай, давай. Спокойной ночи. Давно пора. Ага. Пока. Удачи вам. Ага. Вас призвать? Нет, мы залезем. Можете отсюда залезть. Далеко, Овля. Ну, ты можешь, конечно, и повыше. Но вообще, от с этой корочки прям идеально. Нормалек. Все, Алкирк законченный. Что мы еще не дочистили в этой жизни, в этой игре? Ну, несколько городов есть. Вон, смотри. Внизу мы как-то пропустили, где был первый дом. Ну, низ или лево, получается. Там миллиард квестов у нас внизу. Угу. Да кто стреляет-то, господи. Может, по главному квесту? Давайте, да, я посмотрим, думаю, может, он там он закончится уже скоро. Давай, для начала домой и на главный. Да, это солнечные панели и маяк в середине. И мы туда как раз таки отправляемся. Во всяком случае, таков план. Таков ли уже там? Там еще дополнительная миссия какая-то есть. Какой-то кемпинг. У меня два синих сундука. Угу. Давай заберем. О, вонючки. Началось. Ой, не умираю с одного выстрела в голову, вообще жесть. Либо ушел. Нам бы чертежи всего того, что вот мы находим, просто предметы. Нафиг мне ваши просто предметы? Дайте мне чертежи всего этого. Так, они могут поднять тревогу.
них шлемы. Да, шлемы это нехорошо. Есть что защищать, видимо. Во что верится с трудом. Угу. Странно, что тут и синих точек несколько штук, и желтых точек тоже несколько. Блин, классно. Розоволосая перевоплощается в синеволосую. Так, это что такое? Это что-то послушать можно. Так, это колыбель, которую ты сделала. Ты слышал? Так, это устройство используется для того, чтобы поймать девиантов. Без необходимости их поглощать. Это лучший путь вперед, отличающийся шаг вперед от того, что было раньше. Ты слышал? Так, это мы что взяли? О, господи! Забрал уже, да? Поместите в бомбу. В точку 1, 2, 3, 4. Геркрейт, забрал Овля уже этот, да? Да, да. Ничего себе, розоволосая жесткая. Три выстрела в голову. Так, Мэри, нужно это прекратить. Не будь трусом, Виктор. Мы не должны останавливаться. Отклонения велики. Мы не должны продолжать. Что бы ты посоветовал-то, если они в конце концов прибудут? Это лучший способ подготовиться. Человечеству необходимо эволюционировать, чтобы стать непобедимыми. Чтобы кто придет? Кого они ждут? Ради чего им становиться непобедимыми? Кондей нашел. Такое чувство, что они рандомно падают. Так они и так рандомно падают. Потому что кондей я находила очень давно. Так, мистикал нашел. Вот там. Куда я лез, да? Угу. И здесь Геркрейт, да? Это хорошо. Так, моральный урод очередной. На харассмент жалуемся. Какой у тебя есть вариант? Лестницы? Нет. Обязательно надо на сообщение нажать. Так, маска. Нужно еще тайм-фрагмент найти здесь. И установить бомбы. Я еще ни одной бомбы не устанавливал, а вы? Я сидел.
А, у тебя же все эти побочные. Бомба это что? Это синенькие. Бомба это бомбы. Мэрин, нужно прекратить. Мицека, ты дал ей имя? Ее зовут Мицека, и она больше не человек. Ты прав, она наша надежда. Мы должны эволюционировать из обезьяны и изменить этот мир. Так, вам необходимо найти 011. Это будет нелегко, но потом вы почувствуете облегчение. Я не собираюсь продолжать. Так как вы можете мне вообще угрожать? Я могу чувствовать ваше сердцебиение. Но это не имеет значения для меня. Нас квест домой зовет. Какой? Страны. Покиньте солнечную ферму. У меня пока нет. Я бомбочки оставляю. А ты просто к любому выходу дайте. Домой это прям совсем в дом. Ну, почти. Сейчас тоже бомбы расставляю. На резервуарах. Желтый туда ведет, синий в ту сторону ведет. Ты все уже расставила? Да. Я только начал. Но бегите, пока догоню вас. Надо будет сгонять еще посмотреть, что за декор на продажу у Непси. Пока не забыли. Опять наверх. Только спустился. Ладно, заберемся. Но не здесь. Жаль, розовые у нас закончились, конечно. И дома, как назло, розовое. Неожиданно это дневной лимит. Может быть, это и неплохо. Но плохо. Да, стоило спуститься, теперь вообще непонятно, как забираться обратно. Да господи, да что ж это такое? Там где-то лестница есть. Да черт его знает, где лестница. Здесь, по идее, должен запрыгнуть. Очень далеко приходится отбегать. Не понял, сальный кусок? Так. По основному сюжету? М? По основному желтенькому.
Да. Мэри и Виктор оба пытались вывести человечество из темноты. Так, Мэри и Виктор оба пытались. Но, возможно, есть и другой путь. Так, бах, 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 бах. Ой, какие дешевые взрывы. И наша главная героиня смотрела на взрывы. Ну как так? Она должна была идти от них. Да, это, кстати, прям почти к дому нужно было по желтому квесту. Так, и... Да ладно. Мицука в реальном мире? Hello. Привет. Так, ты покинула свое убежище. Твоя решимость дала мне смелость действовать. Так, пришло время вернуть то, что они украли. Мэри не уничтожит нас своими планами. Мэри и... Ее эволюционеры находятся здесь. Меня пытали, и я этого никогда не забуду. Я сделаю все, что зависит от меня, чтобы помочь. Так, и сольный, да, какой-то вот этот квест. Пошел. Чтобы вы понимали, асфальта реально. Так, уже скинул, да, скриншотик? Угу. Сейчас посмотрим. Да-да, такие штуки были. А у тебя там нормально что? Фу-фу-фу, да. У тебя был потенциал. Мы могли бы идти вместе. Ты серьезно хочешь остановить меня? Какая глупость. Если тебе удастся, я дам тебе шанс. Дай мне... Отдай эту девушку. Но сначала насладимся нашей маленькой игрой. Так, это мы уже исследовали весь этот город когда-то. Лифт приехал, но возьмем с элитки. Поехали. Я знал, что ты меня не разочаруешь. Ой, какая-то иммунная фигня. Mm-hmm. Она вообще не убивает. Она и будет иммунная. Понял. Хотя бы не убивает. Не убивает, но неприятная штука.
Жаль, что розетовцев не трогает она. А могла бы. Так, рецептор L018 демонстрировал сильные инстинкты. Обнаружил родственные рецепторы и поглотил их. Ага. А у меня лифт не прорисовался здесь. Так, пациент D08 стоит Мэри. У тебя тоже? Есть лифт, который не прорисовался. Так, она знает свою цель, также она очень сильна. Пытается сохранить человечество. Встреча их двоих может привести к необычным открытиям. Так, а дальше-то? А, все, я вижу точку. Так, следующая запись. Так, мистер Эймс оказался тихий и сдержанный. Собрал огромное количество различных... Господи. Учреждений. Нужно показать ему то, что его инвестиции не были напрасны. Так, мне ж не в лифт, не в лифт. Так, и человечество склонится перед нами. Мы эволюционируем. Это мой подарок ему. От дочери к отцу. Так, ключ доступа использовал. Бегу. Ну, благо он достаточно пассивный, этот бессмертный. Это не какой-нибудь там резидент. Главное не закрыться в туалете вместе с ним. Пробовала, да? А я пошла лутаться, лутать ящики, и он мне просто перекрыл дорогу к выходу. Ужас. Пришлось его засовывать в этот... унитаз? Вообще. Такие красивые ручки. Пролез поросенок. Он меня сбил, что ли? Уж какая-то девиантка. Дядька какой-то. Найти тело и уничтожить его. Ага.
А, и вот бессмертный погиб. Распался. То есть он управлялся вот этим товарищем. Так, продолжаем искать Мэри. Угу. Машка и два элитника. Покушать не дали. Безумный смех на безэмоциональном лице. Брось, Мэри, мы никогда не добьемся успеха. Ты так думаешь? После того, как позволили мне добиться этих успехов? Поскольку ты стоишь здесь, мой план уже почти завершен. Силу эволюции не остановить. Этот раз человечество достигнет более высокого уровня существования, чем когда-либо раньше. Но для этого необходимо уничтожить человечество. Включай тебя. Mayfly. Give in, Mayfly. Сдавайся. Поддайся потоку эволюции. Или... Будь раздавлена им. Неплохо, неплохо. Чё себе, какие крепкие мужики. Я буду защищать тебя. Ладно. Мицука меня полностью вылечила. Все, теперь я бессмертный. Виктори. Да, действительно, есть ванная. Вполне себе нормальная. Нашла, у кого продается, да? Да. Необосранная. И люстрочка есть. Да вроде нет, нормальная ванная. Короче, там жуткая радиация, потому что там сидела большая страшное существо. Да, ну, да, 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 да. Пойти. Так, а все, мне из данжа нужно выходить, да? Раз угу. Я убил этих элиток. Видимо, да. Большая рукастая фигня там сидела. Так, а теперь нужно нифига себе куда забраться. Для этого надо сначала домой воротиться. Фи, доктор Манхейм. Ну как, я нашел какой прекрасный способ перемещения. Так. Тем временем где-то в The First Dissident нам нужно найти железное сердце. Да. Здесь где-то было железное сердце. Да-да-да. Если мы его не найдем, все будет плохо. Так, я нашел черную дыру. Фантастика. Но ты выглядишь нервным. А теперь держи себя в руках. Нет необходимости переживать по этому поводу. Я знаю, что у тебя должно быть много вопросов, и у меня есть желание ответить на них.
Есть кое-что, что я хочу тебе сказать. Я путешествовал по бесчисленным множествам измерений, просыпался в немыслимых мирах. А ты... действительно нашел кое-что интересное. Итак, за исключением... А в качестве исключения прими вот этот подарок. Он тебе подойдет. Я должен сказать спасибо? Не-не-не-не-не-не-не, давай не будем об этом. Ну, по крайней мере, пока. На данный момент нам удается сохранить партнерство. Почему бы тебе не попробовать эту штуку? Ну да, здесь все-таки девианты-девианты, вся эта тема. Но в то же время не в каждом предложении это используется, а там прям железное сердце повсюду. А ведь это переделанный у них вроде как сюжет, да? А у вас тоже комплит один Prime 2? Да. Поэтому они ходят. А мы же закомплитали один премьер. Не считается. Да ладно. А, я рад тебя видеть снова. Сейчас не время праздновать. Так, когда я увидел манибас, то... Я понял, что майский жук однозначно выживет. Передо мной стоишь ты, целая и здоровая. Разве это не повод отпраздновать? У нас все еще есть надежда дать отпор? Что за огромное щупальце, с которым нам нужно бороться? Ну, в Розетте известно как раз-таки как манибас. 20 лет назад... А пришла вместе со звездопадом. Самая мощная сущность, известная человечеству. Против которой никто ничего не может сделать, кроме мета-людей. Но тебе необходимо получить больше шансов на победу. Согласно исследованиям Розетты, манибас очень нестабильная, и мы можем заманить ее в ловушку. Когда будешь готов, отправляйся на фронтир, чтобы подготовить все. Но это сделать не так-то просто, необходимо объединиться с другими людьми. И помни, что единство — это секретное оружие против всех кризисов. Сила дружбы! Ей! И вот манибас — это завершить Prime War, да? Вот этой. Я понял. Зараза. У лицей. У лицеи? Да, у нее ванна. Магазинка. Угу. Это формула, кстати. Это именно формула. Это хорошо. Тоже формула. А вот винтажные я не вижу, чтобы это была формула. Просто чертеж. Я их оба, конечно, возьму. Надо будет еще поискать, где можно что-то отыскать. Хотя... Я их использовал. Ладно, может, не все так плохо. А что продает вот этот вот дядька? Я постоянно забываю.
Шо? Обвесы. А, да. В принципе, их можно купить. Можно Starhorm Crate купить. Контроллеры можно закупить у него. Как мы эту валюту планулу добываем? Не знаю. Complete Morphic Hunts. Это чуть ли не со всех сундуков. И дополнительные задания. Ну, не прям. С мистикала точно падает. С розовых тоже падает. С розовых тоже падает? Квестов вон падает. Квесты, да. Ой, здесь рецепт, кстати, подбирали, да? Призрачные, да. Печенья. Призрачные печенья. Призрачные печенья — это те, которые приготовил, отвернулся, они уже пропали? Это они? Скорее всего. Unreadable mail какой-то. А, ну это за счет того, что я в очередной раз пожаловался на очередного морального урода, который поставил метку прямо перед лестницей. Так, Денис. Дело сделано. Прекрасно. Теперь я могу быть спокоен, что мародеры не смогут использовать. Ну и Розетта тоже. Эдди готов помочь тебе. Я думаю, что он получил то, что хотел. Вот твоя награда. Немного больше, чем договаривались. Так, здесь все. И в разных городах, по идее, есть возможность это совершить, правильно? Найти торговцев, имеется в виду. Да, вот непонятно. Ну-ка, слетаем в Tallgrass Inn. Будут ли там еще рецепты какие? Да, Эмма Поттер. О, лампа. Стационарная. Я не знаю, правда, это настольная или нет, но это формула прям. Лампы, это очень хорошо. Формула ковра. Винтажные, опять-таки, стены. Слушай, это прям хорошо. Мне нравится. Эти козлы вот так спрятали торговцев? Вот. Эти козлы так. Вот так спрятали по-уродски торговцев. Да, совершенно верно. Хочешь красиво, либо ищи торговца, либо донать. Хотя мы-то вроде бы и не против. Но хочется найти и стандартное все. Так, теперь к телепорту и в следующий город. Не обязательно к телепорту. Разве можно нормально телепортироваться? Да, из города можно. В итоге не пробовали? Ой, не вспомнили? Честно, нет. Мне кажется, что мы там не били никакого. Это странно. По-моему, нам не разрешило. А последнего мы били собаку. Ну, собаку мы били... там еще такая яма огромная мы в нем. Ну, типа карьера местная. Это какого уровня была собака? Если я правильно помню, нам просто не разрешило зайти в данж. В данж в последний нам, по-моему, не разрешили. 60-й. Собака меньше уровня, и кто-то еще, по идее, должен быть меньше уровня. Каждый же 10 вот уровней они. Не знаю, нет, не факт. Ну тут девчонка. Я у нее. Так, Джонатан. Вот, Джонатан продает большую рамку, настольную теперь лампу. Так, и какие-то покрытия еще. А еще обвесы, действительно. Куплю. Так, какая девчонка? Вот, мы тут у нее совли. А, это вы где? В следующем городе уже? Мейер. Мейер Маркет.
А здесь, помимо Джинатана, кто еще торгует? В этом городишке. Ты говорил, вроде бы два торговца здесь. Нет. Нет? Нет. Один? Да. Ага. Я вижу какого-то девианта, находящегося в аквариуме, помаду. Прям реально помады. Прикольно. Ага. Что, нельзя забрать? Нельзя. А жаль. Проценты пишут? Нет. Значит, это так. Так, это все тоже изучаем. Помимо Джонатана здесь никого нету, правильно? Понял. Не знаю. Я зачем-то побухал с этим, который комиссион раздает. Я понятия не имею, зачем. Хорош. Пивка для Ровка? Ну, видимо. Внезапно. Тут нужны какие-то медали. Где? Там? Да-да-да, здесь есть. Медальный. У него бронька, у него красивые штуки, аватарки. А... И он это дает забрать. За... Участвуйте в сезонных событиях. Награды за рейтинг отряда. А то мы не участвуем. Вот-вот. За рейтинг этого, варбенда нашего. Кстати, мы... Ему можно продавать говно всякое. Мы на этой... Сдавали ресурс. Да. Да, ему можно продавать. Не знаю. Какой ресурс? Не сдавали мы ресурс. Какой ресурс? Warband. Не сдавали ресурс Warband, правда. Надо сдать ресурс Warband. Так, 10 сучек я сдала, то, что у меня было в инвентаре. А, надо домой будет вернуться и сдать. Чё сдали? Чё даем? Какие-то дорогие вещи будем сдавать? Не помню, какие. Я пока не понимаю, зачем дорогие. Чтобы больше очков было. Для чего? Кстати, контроллеры можно покупать. За 150 за штучку. 3 штучки можно купить неделю. Ну вот, контроллеры это хорошо. Но на этом все. Я не вижу никаких, чтобы медальки тут где-то выдавали. Нельзя ему продать медаль на медальки. Это записка. А больше торговца здесь нету, да, никакого? Нет, медузы тут нет. Ну и ладно, черт бы с ним. Полетел в Майерс Маркет. Больше чуть-чуть. Жао Джинтан. Да, вывеска. Комод. Вернее, даже этот... Стеллаж. Лампа настенная. Фонарики. Рамка. Ну и обвесы тоже возьмем. Бабок, конечно, слили на это немало, но это вещи нужные. Может, они со временем обновятся? Надо будет еще потом посмотреть. Обвесы вряд ли обновятся. Ну, обвесы, да, а вот рецепты очень было бы даже хорошо, чтобы обновились. Все, больше городишек нету никаких в этой игре. Вроде бы и нету. Есть еще пару городов, которые мы не зачистили. Но, во всяком случае, я не зачистил. Ну и несколько заданий. Есть даже то, что не взял, а так заданий у меня 5 получается. У вас Eternal End закрытый, правильно? Да. Да. Угу. Как вы его закрывали? Выходишь в менюшку и через менюшку заходишь в Eternal End.
Ладно. Там тебя заставят посадить фрукт какой-нибудь и вырастить. Ну, не фрукт, а что-нибудь. Не знаю, я просто вышла. А я сделал там местный Джорни. Ну, он один. Хотя я что-то делала с Джорни. Наверное. А может, нет. Нам тут надо повыполнять Джорни, причем, учитывая, что у нас явно не хватает меметиков, и мы не можем все изучить. Тут я все выполнила уже. Тоже. Я нет. Что, а может быть, осталось? Вы пивоварение делали, нет? Да. А где оно стоит? Может быть, если я вытащу, мне за это дадут? Попробуй. Тебе же ее еще скрафтить надо. Ну это да, тоже. А вы не закидывали сюда ничего, я понял. Там и крафтиться-то нечему. Ладно. Ну там сложно. Ладно, все эти Eternal Land и прочее, это потом выполнится. Тогда пока все. Ну и конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью. Ведь семья — это главное.